Так, ребята, подошли мы к машине, уже помыли наши монитосы, стемнело, больше ничего не нашли. Сейчас сделаем обзор. Женя говорит 29, я говорю 25. В общем, это серебро 10 копеек. Это 10 копеек серебро. А ну так свети, чтобы 25 или 29? По-моему, 25. В общем, не важно. Единственное во всем кладе, которое мы нашли вот из наших монет, 10 копеек за все время. То есть со всех монет одна. Были пятнашки, двадцатки. Пятнашки было немного, было, да. Полтинники. Двадцатки, полтинники. А десюлик один единственный. Короче, получилось вот так вот. Это 2 копейки 30-го года. Потом 2 копейки 36-й, 57-й. Год 20 копеек. 46-й, ну 10 копеек. Значит, 25-й, я так думаю, потом 20 копеек 24-го года, 20 копеек 27-го года и 20 копеек 28-го года. Угу. И полтосик 24-й год. Вот. Еще один в коллекцию. Ну, Женька молодец. Я просто слов нету. Просто слов нету. Вот как? Все, друзья. Поехали домой, да? Да, да. Все, до скорых встреч. Скоро увидимся. Продолжение шурфа нас ждет. Да. Еще увидим, что там можно найти. Так что подписываемся, смотрим, не переключаемся.